озеро так и называется, Мангу-Кали тоже, да? Ну, оно как озеро. Просто озеро. Да. А место это именно... Это вот она гора, да, вот это Мангу-Кали? Да. А вот это? Это просто гора. Просто гора. А здесь у нас так понимается база отдыха, да? Здесь рестораны, ага. Гостевые дома. Здорово. Давай, расскажи что-нибудь. Ну что, можно попасть на Мангу-Кали на УАЗике отсюда, приехать. Прямо наверх подымут, за 1000 или за 2000 рублей. Это вот сюда, чтобы вы понимали, вот, прямо сюда. Правильно? Да. А можно пешком вот так вот вдоль домов пройти, ходишь вправо, и поднимаешься, проходишь через кладбище, через женский источник, потом мужской источник. И ходишь по Мангу-Кали, там очень много разных мест, которые нужно просто посещать. Место силы довольно серьезное. Вот. Вот так вот, имейте в виду. Это у нас Сергей, экскурсовод наш, друг. Крым forever. Крым forever. Крым навсегда. Да. На самом деле, поэтому. Вот так вот, друзья. Всем спасибо, берегите себя. С Богом.